Распилка вроде бы тоже дело обычное, но в поселке Березовка, что под Хабаровском, подготовка к отопительному сезону превратилась в настоящее шоу. Спортсмены из местной федерации силового экстрима решили попробовать себя в роли тимуровцев. Сильные люди должны помогать слабым. Поэтому мы всегда готовы прийти на помощь и помочь. Нам это в кайф, как говорится. Не все же в зале трудиться, надо и простым гражданам помогать. Управляются с бензопилой. Полчаса работы и почти... Старушка быстро прикинула, а вот пара деревенских мужиков с таким объемом собаки. Пес Дик, который заливался лаем на всех гостей, притих, когда увидел этих двоих. Да. Молодец. Конечно, да. Молодец. Да, я тот ору. В семье Бобровых 6 детей. Младший брат, но он справился. Теперь, говорит, будет хвастаться всем соседским мальчишкам, как пилил дрова с чемпионами мира. Ну, конечно, тут и личный пример. То есть приходят, видят двух дядек здоровых. Сегодня двух, как нас больше.